dvhub.ru. Света нет, все закрыто. Все капает. Вот все протекает. На полы все уже течет мне на первый этаж. Никого нет. Тазики наполняются водой. Тазиков много везде. Пленку я стелила собственными руками за счет своих средств. Капли падают везде мимо пленки. И вся эта вода проникает ко мне на первый этаж помещения магазина. Вот сейчас я одна в темноте. Буду пытаться собрать воду. Вот это наш многострадальный зрительный зал центра досуга. Свет только есть на сцене. Больше света в зале нигде нет. Ни одна лампа не работает. Вот такой ужас на потолке. Везде грибок. Все, что можно, сыпется. Тазы оцинкованные стоят по всему залу, наполненные водой после последнего дождя. Не выливаем воду, потому что брызги, которые падают с высоты, пустой таз разбрызгивается очень далеко. Везде крыша протекает по всей площади зрительного зала. Везде, где может стоять оцинкованные тазы, это единственное спасение. Пленка полиэтиленовая для того, чтобы через деревянные полы, старое покрытие, вода не протекала в магазин на первый этаж. Вот в этом месте находится водовод, каналка. Она вся уже рассыпалась, везде на потолке грибок. Вода, получается, не попадает в трубу, бежит просто по каналке, по проводке, везде, кто только можно. Такая ситуация у нас уже длится 10 лет, и никаких действий не предпринималось, даже не было попыток сделать хотя бы какой-то ремонт кровли. Зал сейчас не работает, мероприятие в центре доступа. dvhub.ru